колесо, колесо лопнуло. Виталик, тормози. Тормозим, Виталик. Колесо лопнуло. Разлетелось. Колесо лопнуло, разлетелось. У него, я уже видел, вот здесь вот полетели осколки, это было колесо. Вот этому надо запись оставить. Че, куда будем отходить-то? Я не знаю. Фу. Вот это катастрофа. Летел-то тот, тот вон там. Че делать-то? Блин, тут вставать-то нельзя. Да че, живы все? Стелит четко белая грата, прет словно ветер, это не бэх, но прет уверенно. Зажигание, поворот, лучи, разгон, доста. Даже осень бы троя на спидометре за 200 километров. Фары ксенон, стелит четко Е207 МР. Одна в своем роде такая, это и есть тот самый дизель стайл. Лада Грант, одни 6 литров, полная сзади тонировка, не успеешь оглянуться, заметишь только след протектора, движок инжектор, ровное передвижение, пятиступенчатый коробки передать, не дает расслабиться водителю и пассажир, не веришь, попробуй, испытай, возможно, как такси ее ты встретишь. Это Кизи стайл, белые 10 под белую Гранту, на решетке надпись, оборота не добавляет, под капотом кочегари, давление в шинах немного понижено. Для уверенности хода это жизнь не для понтов. Лада Гранта T-Detail просто уверенно прет. Это есть тот самый T-Detail, одна в своем роде такая. Фары ксеном, разгон до 100, даже очень быстро. Я на спидометре за 200 километров. Зажигание, поворот ключа прет, словно ветер. Это не бэха, но придет уверенно. Обороты не сбавляя под капотом кочегари. Давление в шинах немного понижено. Для уверенности хода это жизнь не для понтов. Лада Гранта T-Detail просто уверенно. О, Господи!